Восьмиклассница Ольга Бургаева – экскурсовод школьного музея. Девушка увлекается историей, вот уже третий год проводит экскурсии для учеников других классов, а также гостей. Это очень интересная работа, очень интересно сотрудничать с людьми, с гостями, которые приезжают, да и с самими учениками нашей школы, которые очень сильно интересуются историей создания нашего музея, историей Виктора Сергеевича Антонова и всей его жизнью. Музей носит имя легендарного комбрига Виктора Антонова, участника Великой Отечественной войны. 19 февраля 1998 года 21-й школе присвоили его имя. Антонов – единственный в Поволжье кавалер 4 полководческих орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского и Жукова. Он был частым гостем образовательного учреждения. Здесь преподавали его друзья, вспоминают учителя. У них сохранились даже архивные кадры, на которых запечатлен легендарный комбриг. Хоть мы ждали, что он пробьет. Своими танками пробьет нашу оборону и может пройти в глубину до 100 километров, тогда бы его вторые эшелоны замыкали, мы бы противника окружали тогда в этой обороне, в нашей, которую мы занимали, и тогда бы уничтожали его на нашей обороне. Музей открылся в школе 18 лет назад. Над его созданием работал весь педагогический коллектив. Сейчас здесь проводится работа по патриотическому воспитанию учащихся. В музее хранится свыше 500 экспонатов военного времени. Это личные вещи, подлинные фотографии и документы. Один из самых уникальных предметов – карта боевого пути. Ее составил сам Виктор Сергеевич. Он командовал 36-й инженерной саперной бригадой во времена Великой Отечественной войны. Комбриг участвовал в Московской, Сталинградской, Курской битвах. И что интересно, эти экспонаты используем мы даже на уроках. Вот я еще являюсь учителем географии, и, например, вот эту карту мы используем на уроках географии. Какие условные знаки, направление сторон горизонтов, расстояние. В музее есть и вещи жены Виктора Антонова, Зои. Например, письмо, которое еще незамужняя девушка написала маме перед отправлением на фронт, который свел ее с будущим мужем. Мария Елчан, Василий Колдашов, «События».